В Таразе прошел республиканский конкурс «Парасатта полицей». В конкурсе приняли участие более 200 сотрудников всех департаментов полиции Казахстана. 20 команд из числа талантливых и творческих сотрудников полиции боролись за звание «Лучший из лучших». Подробнее в следующем материале. Конкурс «Парасатта полицей» проводится по инициативе Министерства внутренних дел Республики Казахстан с 2010 года, основная цель которого – пропаганда и развитие государственного языка в полиции, а также воспитание сотрудников правоохранительных органов в духе патриотизма к родной стране. В целом, данный конкурс проводится по инициативе Министерства внутренних дел Республики Казахстан в 14 раз с целью пропаганды и развития государственного языка. Сейчас в конкурсе принимают участие и представители других наций. В конкурсе принимают участие 20 команд из 20 областей республики. Каждая команда отнеслась к участию с тщательной подготовкой. Я считаю, что сильнейшие докажут свое мастерство на деле, тем самым станут лучшими. Популярность данного конкурса растет из года в год. Ежегодно он проходит в разных уголках нашей страны. В данном конкурсе «Парасатта полицей» я участвую впервые. Всем участникам желаю удачи. Государственный язык Республики Казахстан, то есть казахский, обязан знать каждый гражданин. Мы лично восхитились. Насколько Тараз очень красивый город, так как светлое будущее страны зависит в том числе от родного языка. Именно поэтому глава нашего государства особое внимание уделяет развитию государственного языка. Определив победителя по итогам двух туров, члены жюри вручили им дипломы и ценные призы. Данасамат Исламхамшибек, Азамат Бискинов, 77 Ньюс.